Богини, ослепляющие Russian Women's и есть контакт поборолись за кубок Star Teenager. Почти никто из студентов ДВТК не имеет специальной подготовки, но танцевальный конкурс – традиция учебного заведения. Поэтому девушки и юноши с энтузиазмом поучаствовали в состязании. Участникам конкурса дали возможность проявить все свое актерское и хореографическое мастерство в четырех этапах. Смена ярких костюмов, музыкальное оформление, оригинальные идеи команд по-настоящему зажгли зал. Зрители, такие же студенты колледжа, поддерживали однокурсников. Жюри оценивало танцевальные постановки по пятибалльной шкале. Сегодня на сцене был настоящий праздник, праздник мастерства. Такой мощный, масштабный, яркий, красивый. Впечатления самые радужные. Все ребята настолько индивидуальны, настолько артистичны. Молодежь у нас действительно та движущая сила, которая идет вперед и не останавливается. Командам дали полную свободу выбора музыки и хореографии, и участники выложились на полную. На сцене было все, от балета и вальса до брейк-данса и цыганочки. В шоке очень, в полнейшем шоке, потому что столько подготовок, столько сил, нервов, поэтому мы очень сильно рады. Психовали часто, да. Тяжело было... в учении, легко в бою. Правильно. Я всегда их поддерживала, орала на них, чтобы они были в тонусе. Не зря. По итогам конкурса четвертое место заняла команда «Есть контакт», диплом третьей степени у ослепляющих. Вторыми стали Russian Women's и победители «Богини», команда от строительного отделения колледжа. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс.